Дорогие друзья, многие из вас спрашивают, откуда взялся такой непомерный долг директора совхоза перед совхозом. Отвечаем, что на самом деле это абсолютно абсурдное решение, которое, к сожалению, вступило в законную силу и придется исполнить. И поэтому наш коллектив обратился ко всем гражданам России с просьбой помочь нам. Потому что если мы не соберем эту сумму, то совхоз окажется банкротом. Больше 200 миллионов рублей он должен заплатить по этому решению только в виде налогов. Наше предприятие имеет более чем вековую историю. Мы считаем свое создание от 1918 года. И всегда мы были лучшим предприятием сначала Советского Союза, потом Российской Федерации. У нас огромное количество наград, очень много людей, которые своим трудом заслужили признание всей российской аграрной общественности в том, что мы лучше. Мы просим вас, чтобы наше предприятие дальше продолжало жить, помочь нам небольшими денежными средствами, кто сколько может. Главное, чтобы наши все вот друзья, люди, которые голосовали за меня в 2018 году, люди, которые приезжали в совхоз, бесплатные парки посещали, люди, которые едят нашу продукцию, видят, какая она хорошая, помогли нам спасти наше предприятие. Спасибо вам большое за поддержку, помощь. Надеемся на дальнейшее долгое многолетнее сотрудничество.